Друзья, привет всем! Я снова в Костко. И уже по одежде я прошлась, пробежалась. Заехала, конечно, я по просьбе одного человека. По дороге просто ехала. И немножко вот еще на посуду зайду. Вот такие контейнеры для... Это хорошо детям в школу и даже взрослым на работу или куда. Я думала, они стеклянные, но пластик. Пластмассовые. $17 вот за такой наборчик. Микаса еще не на скидке. И вот $40 это такая чугунная кастрюлька, что мне очень нравится. Опа, такая. Как сковородка, как кастрюлька. И вот набор две таких кастрюли за $50. У меня голубой есть такой. Вот я в прошлом году покупала. То хорошие, такие тяжелые, но очень вкусный у них суп и борщ. Вот такой наборчик. 39, уже 32. Такие мисочки. Это в наборе 16 штук на 4, наверное, персоны это будет. На 4 человека как бы. Вот эти уже по $10. Я, наверное, себе покупала по 14. Уже по 10. Эти малявочки такие. Ну, я думала, пластик, они фарфор. 10 штучек за $10. $5 термометр. Вот такой. Здесь их 3 штуки. 1, 2 и вот такой третий. Это уже они на скидке. Так, Kitchen A наборчик такой. Вот. Для кухни. Мерочные стаканы. Такой стаканчик. И 2 вот таких. Один маленький. 500 миллиграмм в этом. И 1000 миллиграмм в большем. Этот, который побольше. Ой, палец. И вот маленький еще есть. Ну, как бы оно у меня есть, то не буду брать. Эта красота уже $20 было. 30, уже 20, уже ставят на скидку. Он мне очень нравится. Такой. Еще подожду. Может быть, будет дешевле. Возьму за 10. Как скажу, так и будет. Этот набор тоже брала я себе за 20. Уже 16. Вот такой. Это я еще брала его до Рождества. Такие контейнеры пластиковые. Я уже их смотрела. Вот какие они идут. Не могу нигде поставить. А вот стоят. Такие 3 за $8. И с крышками. Вот такие. Даже капусту, может быть, квасить. Или огурцы малосольные делать, да? То. Ну, не знаю, не беру. Этот набор такой 11. 14. Вот эти, это для растительного масла. Да, будь что. Кто что хочет. И вот уже противень за $8. Вот такой. Я, наверное, купила за 10 здесь. Что-то мне такое подсказывает моя голова. Hello.
тостер $50. Какие всякие духовочки $130, $100. Вот такой погружной блендер-наборчик идет. И как миксер еще вот такой один венчик. $40, я помню, была скидка. $10, то он был $29. Это $200 такой. А это кто-то, может быть, или один остался, или кто-то вернул. За $100. Такие блендеры. И миксер кто-то спрашивал когда-то за миксер. Я себе здесь в Костко брала. Вот такой 379. Ну, с таксой, можно сказать, будет $400. А я брала 2 года или год назад, перед Рождеством, то $100 была скидка. Он мне, короче, что-то вышел 270, наверное. Но у меня нет вот этой такой насадки. Только есть вот такая была. Вот. Этой не было. Еще тогда не выпускали. Такое все прикреплено, прицеплено. Ты ничего не вытянешь, не достанешь. Чаша здесь очень большая. Если, например, взбить какой-то там 3 яйца, маленький бисквитик, то не получится, потому что он, ну, не достает до низу. Это такая тоже фритюльница, как, ну, духовочка есть у меня тоже такая. Я купила бэушную за $5, наверное. Очень классно. И мясо, и все можно жарить. И оно без растительного масла, просто так, что... С одной стороны, хорошо. Такие диваны, 1300 наборчики. Я уже как у себя буду менять. Если буду менять диваны, то что-то хочу. Уже не хочу уголок, хочу диван. Как-то уже. Такая палатка во двор. 279, 10 на 20 она. У нас была такая. У нас там стояла сено, что-то было, лодка рыбальская. И в один прекрасный день она была очень хорошо укреплена. Но все равно прекрасный ветер ее унесло. Такая упаковка, рукавицы, такие перчатки. Работать у них $7 за 10 пар. Сейчас $3 скидки. Здесь для растений всяких, для огорода уже. Вот такие пластмассовые будки. Это $400, а это $650. Ну, что же он, пластик только, что там. Сапку поставить, велосипед, может быть, и все. Уже вот полотенца привезли на пляж, на лето. Коврики $89. Такие, что можно и в дом, и снаружи. О, вот этот 130 пишется. А, то это эти по 89. Так, людей сегодня много, немного на кассе.
Так, немножко там есть. Буду уже идти на кассу. Ого-го, сколько нужно возвращаться. Там было меньше людей. О, вот смотрите, вот такие давали на бесплатки. Мне эти орешки такие с конфетами. Я говорила, что это с костка. Ой, уже подушки классные на диван, на лето, на двор. Снаружи, на террасу. Какие яркие. Ну, такие подушки я сама могу пошить. $10 одна. И здесь джерки. Мясо сушеное такое. По 17, 18, 11. Вот такое. Это турки из индюков, индюшиного мяса. И с такими палочками, колбасками, вернее, $14. Такая упаковочка. Хочу посмотреть стол, друзья. Вот уже был $1000, сейчас $850. Стол и 2, 4, 6, 8 стульев. Но что-то здесь 7 стоит. Но, как смотрите, уже видите, уже царапинка. Это он не деревянный, а так... такой. Это пока в очереди стою, жду. Вот это какое красивое кресло. Тоже на улицу. О, еще и как качаются с подушками сразу. Мягкими. $670 за 3 штучки. 3 штучки — это 2 кресла и тут маленький столик. Это $1000. Конечно, дорого. Очень дорого. Этот не качается. Красивое, но очень слишком дорогое. Так, мне нужно... А может быть и не нужно. Я хотела свою герань пересадить. Но может быть я уже ее пересажу. Это... на улицу сразу. Здесь этот пакет. Какая-то ферма воняет, как фу, после коров, как у меня на улице, там у меня фермы. Здесь это или это земля, или что? $10 такой пакет. Не знаю, наверное, пока не буду брать. Я пересажу те вазончики свои на улицу, наверное. Пускай еще побудут так. Приехала, друзья, я уже домой. Хочу показать, что купила в Костко. Взяла вот такая ветровочка тоненькая. Какая-то волос. За $10 они сейчас уже на скидке. То... вот на талии у него здесь есть такие шнурочки. Это я взяла своей знакомой, племяннице в Украину. Я ее померила, она мне нормально, то на нее тоже будет добрая. Когда-то я ей обещала курточку, то это вспомнила. И взяла вот пижамки для сестер. Медиум одну взяла, $7. Были 19, сейчас уже по 7. Это тоже для племянницы. XS-ка такая маленькая как раз подойдет. И одну L-ку еще хотела, забыла. Не знаю, как-то вышло с головы. И это тоже у меня попросили здесь. Одна женщина у меня попросила, чтобы я купила ей носочки и передала. Здесь в городе у нас позвонила, она увидела мое видео. То я заради этих носков, можно сказать, и заехала. И взяла вот такие женские трусики, плавки, как еще назвать, за $5, да, наверное, я говорила. 5 пар за $5, вот. Я взяла 2 упаковки, 93 катон. Будут хорошенькие, да, 2 пачки я взяла.
Вот такие цвета идут. Черный, серый, белый. Это они уже идут по скидке. Посмотрю, если хорошие, нужно будет взять сестрам еще. Так что вот такие мои сегодняшние покупки, друзья. Всем спасибо за просмотры. И всем пока-пока. Были курточки эти еще, хочу сказать, такой грязно-сиреневый цвет, такой бледой, не яркий. Но было только L-ка, нету XL-ки, а мне нужно XL-ка. То я решила взять такой темный. Он темно-синий такой цвет. С капюшоном. А, где-то есть... А где? Вот как он на девочке здесь смотрится. Ничего не видно. Темные. Вот так. Всем спасибо, друзья, и всем пока-пока.